Ё-моё, Боря! Наверное, все боятся падать со стула. Мировая звезда. А теперь представьте, что вы сидите на высоте трехэтажного дома, и вам нельзя нервничать. Если пульс поднимется выше нормы, то... И лететь очень долго. Фильм «Пила» это никому не напоминает? Хочу поиграть с вами. Я решил проверить, кто из нашей команды самый стрессоустойчивый. Парни будут сидеть в наклоне на стульях на краю вышки и выполнять различные испытания. Всего три высоты, но точно не все дойдут до финала. На каждого надеты фитнес-браслеты, которые постоянно измеряют пульс. И у кого сердечко будет шалить, того придется отрезать. А победитель получит 10 тысяч за храбрость. И кстати, участники испытания не будут знать, кого сейчас скинут, какие у них будут реакции. Чувствую, что на 10 метрах нас ждет чистый страх. Вот они, вот ноги-то вот они, ручки-то вот они. Все трюки выполнены в присутствии профессионального тренера при соблюдении всех требований безопасности. Друзья, всем привет, меня зовут Вадим Бабешкин, и сегодня мы решили проверить, кто из нашей команды самый стрессоустойчивый, а у кого нервишки шалят. Сегодня со мной. Артем. Дэн. Борис. Парни, как сами думаете, кто из вас самый стрессоустойчивый? Конечно же я. Смелое заявление. Я думаю, он мне уступит. Борис? Я самый смелый. Только сказал как-то не смело. Ну, посмотрим. Сегодня мне в этом будет помогать Леха. Алекс? Всем привет, меня зовут Алексей. Леха мастер спорта по прыжкам в воду, поэтому он сегодня оценит. И да, кстати, обратите внимание вот на те вышки. И стулья там стоят не просто так. Вам нужно будет выполнить несколько каверзных испытаний, и у кого нервишки будут шалить, пульс поднимется, тот с этого стула упадет. Так что, ребята, надевайте браслеты, при помощи них будем сегодня измерять пульс. Давно была идея сделать такой ролик, но сами понимаете, нужно большое количество техники, чтобы все выглядело круто. И сегодня мне удалось раздобыть три новых фитнес-браслета Huawei Band 6. В них не просто пульсометр, а инновационная технология Trusin 4.0, которая использует оптические линзы и обработку данных на базе искусственного интеллекта для непрерывного отслеживания пульса. Ну что, ребят, давайте сверим фитнес-браслеты. У кого какой пульс? 15.34. Это время, Дэн, это время! Так что у кого нервишки сегодня будут шалить, то мы это сразу увидим. Ну и заодно, кстати, проверим, на что способны эти браслеты в бассейне. 82. 78. 73. Ребят, да походу вы не... вы все немножечко нервничаете. Интересно, до скольки сегодня поднимется на 10 метрах? Пойдем смотреть. Ну что ж, ситуация у нас примерно такая. Судья здесь. Следит за пульсом. Парни, принимайте исходное положение. О-о-о! Лёха, как там пульс? У Тёмика поднялся. У Тёмика, говорит, поднялся. Так, все, парни, я спускаюсь, начинаем первое испытание. Это просто жесть! Ребята, как самочувствие? У меня ощущение, что я на электрическом стуле сижу. Ну, в принципе, так оно и есть. Итак, первое испытание заключается в том, что я загадываю каверзные вопросы из анатомии и математики, и парни должны на них отвечать в течение 3-5 секунд. И самая главная задача – ни в коем случае пульс не должен подняться выше 120. Правило понятно? Okay. Да, все понятно. Тут Тёмик просто какой-то мега спокойный. Ну, раз все готовы, поехали. Дэн, первый вопрос тебе. Какого цвета кровь? Красного. Борис, мозг бывает костный, еще какой? Простой. Где находится берцовая кость? В бедре. Ладно, хоть не в берце сказал. Дэн, сколько зубов у человека? 32. С какой стороны находится печень? Справа. С какой стороны находится сердце? Слева. Алекс, как там наши дела? Пока что все нормально, все без волнений. Ну, поехали, вопросы по математике. 2 плюс 2 умножить на 2. Сколько будет? 6. Сколько будет 100 в квадрате? 200. 400. Корень из 121. 7. Алекс, что-нибудь изменилось? Да, немного Борис заволновался. Да не мудрено, на такие вопросы-то не ответить. А 120 есть у кого-нибудь? Нет, 120 не было никого. Ну ладно, еще один раунд. Сколько будет 3 в кубе? Быстрее, 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 все. Не смог. Сколько будет 1000 минус 11? 900.
989. Сколько будет 88 плюс 22? 110. Мне кажется, он успел. Алекс? 120 ни у кого не было, но Борис был на грани. Так, ну, окей. Давайте тогда считать, у кого было больше ошибок. Мы так не договаривались, так. Вадим. В смысле? Вадим, ты говорил только про пульс 120, про ошибки ничего не говорил. Да, мы не договаривались, так нечестно. Не согласны. Бунт на корабле? Давай менять правила, Все. Окей, давайте. Тогда все втроем на 7 метров. На 7? На 7. Кстати, в инструкции к этим фитнес-браслетам написано, что они умеют определять стиль плавания. Честно говоря, с трудом в это верится. Пойдем проверим. Кстати, прикольно, что у браслета такой большой безрамочный экран. Даже под водой все видно и смотрится реально стильно. И кому интересно, заряд они держат до 2 недель при работе в обычном режиме. Весьма солидно, нужно признать. Так, ну давайте выясним, смог ли фитнес-браслет определить стиль плавания. Стиль баттерфляй написал. Тёмик, иди посмотри. Офигеть. Вот это вау. Значит, все-таки то, чем я плыл, это был баттерфляй. Ну и брас для галочки. И добавлю, что сегодня сложно представить любой спорт без фитнес-браслета. А в Huawei Band 6 есть 96 режимов тренировок, чтобы следить за пульсом, калориями и другими показателями. А потом удобно это все просматривать в виде простых графиков. Смотрим. Брас! Как он это делает? Я не понимаю. Ну что ж, ребята, у нас 7 метров. Начинаем постепенно занимать исходные позиции. Алекс, ты готов? Готов. Суть этого испытания заключается в том, что у меня здесь есть огромное количество различного реквизита, и я буду им в вас бросаться. Ну и, собственно, у кого у первого пульс покажет отметку 130 ударов в минуту, тот и проиграл. И в этот раз я обещаю. Я буду в вас кидать этими вещами до тех пор, пока пульс не поднимется до 130. Готовы? Нет. Друзья, ну не надо только писать в комментариях, будто я тут кого-то мучаю. Погнали! Ну а начнем мы с моего любимого дартс. Тёмик, я сейчас в тебя буду запускать дротик. Пожалуйста, постарайся не нервничать. Готов? Посмотрите на эти глаза. Ладно, это была шутка. А что, кстати, поднялся пульс? Да, немного, да, до соточки, да, поднялся. Ладно, начнем с наших любимых кругов. Ё-моё, Боря, ты там нормально? Сколько, чё, Лёха, чё там по пульсу? 110. Боря нервничает. Я напомню, что Боря, он был ближе всего к провалу с 5 метров. Боря, это для тебя. Алекс, как там наши дела? Боря близок к ограничению. Боря, это как твое самочувствие? Все в порядке, я нервничаю, он врет, не верьте ему. Нет. Боря, прости, но сердце тебя не может обманывать. Так, продолжаем. Поехали, аквапалки. Опа. Парни, кому гирю? Опа. Нифига, вот это сейф. Блин. Так, ладно, у меня есть секретное оружие. Леха, внимание. Все, стоп, 130. 130? У кого? У кого? У кого? Так, у кого 130? У кого 130? У тебя? Не, у него. У тебя? Нет. У тебя? У тебя? Нет. У тебя? Леша, Леша, что у тебя? Есть нож. Достал нож, режь. Я, кстати, могу напутать. Ну давай, режь, что. Ну что, режу, что? Давай. Слава богу, Боря, ты как? Ты живой?
Да, именно у Бориса пульс показал 130. Каблучок, что ли, сработал? Но вы видели, что произошло. Борис, похоже, перепугался и зацепил веревку от стула ногой. И в итоге стул приземлился прямо за ним, надеясь, что Боря не получил от него по голове. Никто этого не мог предвидеть. Так, Борис, ну что там, стулом тебя задело? Получается, когда я падал, вот, я зацепился веревкой, ну, то есть намоталась веревка на ногу и потащила за собой стул. Как это получилось? Получается, я должен был улететь, а стул остаться еще, ну, высоко там быть. А тут я его за собой потянул, и он прям с бешеной скоростью за мной, и я такой, что делать, вхожу в воду, и он меня прям коснулся даже. Поэтому давай пожелаем ребятам удачи. Ух, я вообще. Я буду держать за них кулачки. Но мне было... Это было жестко. Пока ребята готовятся к последнему испытанию, расскажу, что я сам начал следить за своей активностью всего 2 года назад, когда у меня начались проблемы со спиной. Я думал, что грыжи в первую очередь связаны с моим спортом, но оказалось, что главная причина – это неправильный образ жизни. Например, постоянное сидение за компьютером. И если не следить за этим при помощи фитнес-трекера, то вы даже не заметите, как пройдут недели, месяцы и даже годы, когда вы мало двигаетесь, много сидите и, кстати, плохо спите. Поэтому важно, что в Huawei Band 6, помимо основных функций вроде шагомера, пульсометра, есть еще и функция мониторинга сна True Sleep 2.0. Браслет определяет не только, сколько времени вы спите, но еще и качество сна. Он способен обнаружить любую из 6 основных проблем со сном и может дать более 200 советов по улучшению качества сна. А без сна вы нормально не восстанавливаетесь, тем более, если занимаетесь спортом. А еще есть встроенная функция мониторинга уровня кислорода в крови, SPO2, которая работает 24/7. Браслет начинает вибрировать, когда уровень кислорода в крови становится слишком низким, чтобы вы могли остановиться и восстановить дыхание. Короче говоря, нужно обязательно следить за своей активностью. Ладно, судя по всему, ребята уже готовы. Погнали на вышку. Так, ну что, у нас судья уже готов. И мы постепенно начинаем. Ребята, как ваше самочувствие? 10 метров. Вы видели, что случилось с Борисом? Ой, блин. Надеюсь, что я все-таки останусь сухой сегодня. Тёмик, как твоя стрессоустойчивость? Я стабилен. Ты стабилен? Дэн, как думаешь, кто все-таки из вас стабильнее? Ну, я думаю, что Тёмик только внешне так спокойно выглядит, а внутри у него гораздо хуже, а у меня наоборот. Ну, сейчас мы это проверим. Ну и финалочка, друзья, у нас пинг-понг на краю вышки в наклоненном состоянии на стуле. Ребята, вам знакомы эти вещи? Ваша задача крайне простая. Вам нужно этими ракетками набивать шарики для пинг-понга до тех пор, пока у одного из вас пульс не подскочит до 140. А я думаю, что с этой высоты это более чем реально. Ну и, ребята, вы не переживайте. Если у кого-то из вас упадет мячик, то у меня их предостаточно. В общем, сейчас определим, кто из нас унесет десяточку. Ребят, смотри, они прям сидят там, разговаривают уже. Вы готовы? Да, капитан. Да, капитан, очевидность. Ну что ж, погнали, поехали. Лех, как там наши дела? Все нормально, пункт в порядке. Давай шарик. Ну что ж, держите еще по шарику, на. На. Продолжаем КВН. Садимся. Продолжаем. Ой. О, ты видел, как там наши парни? Тёмик, как там твои дела? Да, привет. Дэн, как ты? Немножко напрягаю. Давайте, не переживаем. Мне кажется, я уже сотку набил точно. Доллары США. Ну что там? Лёха, как дела? Дэн, давай, успокойся. Дэн, ну сколько? Давай, не переживай так сильно. Что? У кого? Кто? 140. Сколько? 140 есть? Да. Кто из вас? Не, кто из я вас? Я не мог, это не я, по-любому. Да, я вроде так сильно-то не напрягался. Лёх, ты точно ничего не напутал? Нет. Ребята просто идут в отказку, они говорят, что у них все хорошо. Не, резко скаканул пульс 140, но пока... У обоих? Нет. Только один из них? Один. Один из них врет? Да. Накажем засранца? Накажем. Так, ребятки, ну, я думаю, что ракетки вы можете мне отдать. Кому-то из вас... Она не скоро пригодится. Но я надеюсь, что скоро. Ну, не в этом смысле, короче.
у кого из парней нервишки прыгнули? Сами они не знают. Думаю, нервничают оба. Вы же видели, у Артема пульс начал подпрыгивать к середине испытания очень сильно. А мне изначально он казался самым спокойным. Кто же в итоге стрессанул на 140 ударов в минуту? Даже говорил. Падение получилось легендарным. Наверняка Дэн очень расстроен. Но что поделать, сердцу ведь не прикажешь. И его пульс сегодня слегка подвел. Но это все-таки 10 метров. И нереальный страх. Ощущение жесть. Можете мне поверить. Как ты это делаешь? Я не знаю. Ой, пойдем спросим, все ли в порядке у Дэна. Дэн, ну что ты как? Вроде живой. Да, ну это самое главное. Ну что, друзья, такой у нас получился челлендж. Победил самый стойкий. Это было очевидно. Ну что ж, друзья, пришлось немножко сильнее заставить постучать сердечки наших парней ради контента. Поэтому обязательно поставьте свои. И огромное спасибо Huawei Band 6, которые ни разу сегодня не подвели с пульсом. Как их приобрести и подробные характеристики вы можете найти по ссылочке в описании. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, пишите, какие вы еще ждете от нас приключения и челленджи. И всем хорошего настроения. Пока!